Всем привет! С вами Виктория Диденко и ее цветы. Хочу вам показать свою калину-малину. Вообще называется это малина розалистная. Мяу-мяу. Ну, что вам сказать про нее? У нас очень глинистые тяжелые грунты. Где-то смотрела видео у мужчины. Он говорил, что в двухлетнем возрасте кусты достигают 60 сантиметров высотой. В моей глине растение выросло максимум, наверное, сантиметров 20. Вот. Ну, вместе с тем, ягодку уже одну съели. Вот сейчас покажу вам. У нее очень декоративные ягодки. Я, если честно, покупала эту калину больше для декоративных целей. Вот такая вот у нее ягодка. Думаю, на плодородных почвах будет обильное цветение, плодоношение. У нас не совсем подходящий для нее климат. Ну, на вкус как чуть-чуть горчинка, вот как по мне, присутствует. То есть, если бы я ее выращивала, то именно в декоративных целях. Как такую плодовую культуру я бы ее не рассматривала. В общем, вот такая вот калина. Малина, что-то я путаю. Малина мяу-мяу.